Добрый день. Сегодня на выставке «Акватерн 2016» на стенде Bosch Термотехника мы поговорим о электрических водонагревателях. Электроводонагреватель серии Tronic 1000T представлен на стенде двумя моделями. Модель Slim емкостью 30-50 литров, которая имеет уменьшенный диаметр, более компактные размеры, и модель стандартного диаметра емкостью от 30 до 100 литров. Tronic 1000 отличается простым управлением, имеет заранее установленную температуру. Для включения прибора достаточно включить его в сеть. На приборе имеется сетевой индикатор наличия электросети. На фронте электроводонагревателя установлен стрелочный указатель температуры. Электроводонагреватель внутри, сам бак покрыт стеклокерамической эмалью, и дополнительно бак утеплен теплоизоляцией. Tronic 2000, следующая модель, уже более высокого класса, оснащается механическим регулятором температуры. Модель выпускается в диапазоне от 30 до также 100 литров. И есть модель Slim емкостью 30 литров уменьшенного диаметра. Также покрыта стеклокерамической эмалью. И дополнительно хотелось бы еще сказать, что в комплекте идет небольшой предохранительный клапан на входе холодной воды. Ну и венчает линейку электрических водонагревателей Bosch модель Tronic 8000, которая имеет модельный ряд до 120 литров. Стеклокерамическое покрытие, дополнительная теплоизоляция, но не это самое главное. Особенностями этого водонагревателя является то, что он оснащен сухим теном, оснащен защитой от перегрева, и самое главное, у него сенсорное управление с возможностью поддержания температуры с точностью до 1 градуса. Плюс ко всему, в этой модели присутствует возможность проведения термической дезинфекции, и монтаж этого водонагревателя возможен как вертикально, так и в горизонтальном положении, что может позволить сэкономить место при небольших площадях. В конце хотелось бы добавить, что электрические водонагреватели Bosch имеют гарантию 2 года на электрические компоненты и гарантию 5 лет на сам бак.